Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, мы приступаем к очередному уроку, и мы будем сегодня разбирать сурату Аль-Кариа. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аль-Кариа, Маль-Кариа, Вама адрака Маль-Кариа, Яума якуну ан-насу каль-фарашиль-мабсус. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ فَتْمَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Аль-ко, здесь выявляем а и лям. Аль-ко, але, вот так лям не отпускайте. Аль-ко, и читайте твердо ков. Ко. Аль-кариа. Вот тут аль-кариату написано. И эта буква та, при остановке она превращается в га. И читается аль-кариа. Мал-ко. Когда мы читаем «ма», выявляйте «а». «Маль» так через нос не читайте. «Ма», «маль-кариа». Также «мале» лям не отпускайте и соединяйте. «Маль-ко», «мале» так не отпускайте лям. «Маль-ко» и «ко» твердо. «Маль-кариа». «А», выявляйте букву «айн», «а» и «а». «Маль-кариа». А, вот так. Маль-кариа. Вама. На ва губы вперед. Ва, вот так. Ва. И выявляете а. Вама. И также ма, а. Через нос не пускайте. Вама. А. Вот так выявляете а. Вама. Адрока. Это ма нужно тянуть на 4-5 алифа. Вама адрака аде, здесь нужно калькала. Аде, аде, здесь надо наоборот вот так отпускать даль. Аде ро и ро твердо. Вама адрака малько ма малькориа. Яума. Я выявляйте а. Из-за спешки к вау не стоит оставлять фатху не выявлено. Выявлять сначала а, я, потом только вау. Я, у, вот так. Яу, яума. Яума, яку, яку, у, выявляйте. Яума, яку, нун, ну. У на нуне, ну. Яку нун насу. Нун анна. Держите, удваивайте нун. Яку нун насу кальфаро анна. Когда вы а тянете, через нос не пускайте. Аннасу так не говорите. Выявляйте а. Аннасу кальфаро кале ле. Так лям не отпускайте. Кальфаро, кальфа, вот так плавно переходите. Кальфаро и ро твердо. Кальфаро, шиль, шиль, не отпускайте лям.
Кальфарошильма. Шильма. Вот так переходите плавно. Кальфарошильмабе. Мабе. Вот так калькала делайте. Кальфарошильмабе су. Су. Мабе сус. Не говорите. Тут обе буквы са. Са. Вот так. Мабе су. У выявляйте. Мабе сус. Ватакуну, ва, губы вперед на вау, и выявляйте а. Ватакуну, и также ну. Ватакунульджибалю, нульджи, вот так плавно переходите. Ватакунуле, ле, вот так лям не отпуская. Ватакунульджибалю, джиба, а, вот так выявляйте. Аль-джибалю и у. Ватакунуль-джибалю каль-ихни. Каль-ихни. Вот так, не отпуская, лям и ха, читайте плавно. Каль-ихни. Каль-ихни-ма. Вот лям, ха и следующая лям, не отпуская, плавно переходите на следующую букву. Каль-ихни-ма-фу. Ма. Когда переходите на гуну, ма-а, не забывайте, выявляйте а. Ма, аль-ман-фу, аль-ман-фу, фу-у выявляйте. Каль-ри-ни-ман-фу-ш. Фа-ам-ма, фа-ам-ма, через нос фа-ам-ма, так не читайте. Фа-ам-ма. Фа-ам-ма ман-са-ку, ман-са, тут нужно ихфа делать, гуна, ман-са, ман-са-ку, ов твердо и также выявляем у, са-ку-лят, ма-ва-лят, та, держите вот так, са-ку-лят, ма-ва-зи-нух, ма-ва-а, выявлять зи-и-и-нух, ну-у тоже. Мавазину. Фахуа. Фаху. У выявляет и также ха. Фахуа. И обратно на вауи а. Фахуа фи риша. Ри тяните на два. Фахуа фи риша тирро. Риша тине ро не читайте. Когда после танвина идет буква ро, нужно удваивать без гунны. Риша тирро, 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 вот так дребезжание не надо. Тирро, язык, когда на ро ставите, мягко надо ставить язык, не надо давить. Фахуа фи риша тирро, дыя, дый. Буква бо, она читается твердо. Риша тирро, дый, дый, вот так. Фахуа фи риша тирробия. Ва амма ва а. А выявляйте. Ва амма ман хо. Тут ман хо. После сукунированного нуна идет буква хо. И здесь правил изгар нужно выявить нун. То есть гуна делать нельзя. Ман хо. Так нельзя читать. Нужно ман хо, ман отпускать тоже нельзя, потому что нун не из буквы калькала. Нужно читать ва амма ман хаффат хо, нужно читать твердо. Хо, вот так. Ман хаффат, так не надо читать, это неправильно будет. Ва амма ман хаффат, хаффат, та, хаффат, не отпускайте. Ва амма ман хаффат мавази мава. Ма и ва, а через нос не читайте. Мавазину. Ну, у выявляйте. Мавазину. Фау. У выявляйте. Фауммуху. Также подряд идет три у. Выявляйте. Фауммуху. Хауи. Хау. На вау губы надо вперед. Ха-ви, ви. И потом на и чуть назад. Ха-ви-я.
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا وَمَا также надо тянуть на 4-5 алифа. وَمَا أَدْرَاكَ أَدْرَا أَدْرَ قَلْقَلَ потом твердое ро. أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارُ на так через нос не читайте. На а выявляйте. Нару и ро твердо. И также выявляем у. Нару. Нарунха. Нарун. Не говорите. Тут написано нарунхамья. Танвин есть. Когда после танвина идет буква ха, гунна делать нельзя. Нужно выявлять танвин. И выявляем его таким образом. Нарунха. Наруне. Так нельзя отпускать. Это получается калькала. А тут нет этой правилы. Нарунха. Нарунхамия. Данный урок подошел к концу. Слушайте, исправляйте и переходите на следующий урок. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.